Наша активная театральная деятельность продолжается. 17 марта ждем наших любителей театрального искусства по адресу Карла Маркса 2, 19:00, уже в эту пятницу. Наш спектакль будет называться «Три женщины». Может, многие уже успели посмотреть, но кто не успел по каким-то другим или разным причинам не смог прийти, можете прийти в этот день и побыть с нами вместе. Подумаем о жизни.